Сегодня будем пробовать сухпайок армии США. Меню 9. Beef stew. Я так понимаю, beef это какая-то говядина. Все, что там остальное внутри, я не знаю. Ни разу этого не пробовал. Кстати, и ни разу ни одно видео на YouTube не смотрел на эту тему. Но знаю, что такие видео пользуются определенной популярностью. Мы уже пробовали сухпайок Сбройных сил Украины. Но сейчас настало время попробовать американский. Payable сил, я так понимаю, место открытия. Значит, тут. Видите, как он сделан, чтобы можно было открыть руками. Как бы лента пропаяна, и тут есть такой подъем вверх в виде стрелочки, чтобы вот с этого места оно начиналось разрываться. И вот можно открыть без всяких посторонних средств. Так, что мы видим внутри? Кучу пакетиков. Ух ты. Так, я так понимаю, сюда добавляем воды. Все обозначения, видите, в этих американских унциях. Литров, грамм и килограмм тут нету. Мы будем разбираться. Ух ты! Скитлс! Коричневая ложка. Честно, я удивлен, что тут есть Skittles. Чего-чего, этого не ожидал. Знаете, был анекдот, что в американской армии США они проиграют, если их лишить Сникерсов и Кока-Колы. И тут, видите, действительно есть Skittles. Так, бифстю. Это, я так понимаю, вот это вот говядина какая-то. Так, Stern Nutrition Fact. Вообще не пойму, что это такое. Snack bread. А, хлеб, наверное, какой-то. Вот написано snack bread. Multigrain. Короче, какой-то хлеб, я так понимаю, наверное. Какие-то сухари. Так. Следующее. Паунд кейк. Какое-то пирожное. Так, это. Ух ты, это что-то, чтобы разогревать эту пищу. Вот видите, какие-то химические. Так, ага. И это не есть. В рот засовывать нельзя. Operating Extraction. Ага, еще инструкция. Так, это что такое? Бифстю. Так, ну это какой-то стаканчик. Я так понимаю, сейчас он складывается очень просто вот так вот. Как знаете, как в Макдональдсе складывается для картофеля фри. Вот, и у нас получился вот такой вот конвертик. Так, что тут еще осталось? Так, все, смотрите, пустой. Так. Лимон лайм. Ага, это что-то типа юпи, я так понимаю. От 1, короче, пол чашечки разбавить. Угу. И подождать 30 минут before adding beverage powder. Короче, 30 минут подождать. Так, cheese spread, cheese сыр. Угу. Так, и вот, гляньте, набор всяких мелочей. Я так понимаю, тут после того, как покушали две подушечки орбита и целая куча салфеток. Так, открываю. Так, орбиты, понятно. Так. Крэмс, нот, дейри дай, for coffee or tea. Сливки, я так понимаю, для кофе или чая. 4 грамма. Угу. Чай. Ну вот этот чай я попробую. А, не, инстант кофе. Это кофе у нас. Смотрим дальше. Сахар. Хот соус.
Ну, соус, кетчуп какой-то. Латекс фри. Один презерватив, я так понимаю. Ну, по-моему, он. Ну, не знаю. И дозит соль, солт. Так, это, я так понимаю, спички. Сырники. Ага, да, спички, я не ошибся. И что это? Я так понимаю, салфетка какая-то. Ага, туалетная бумага. Ну или салфетка. Так, ладно, сейчас со всем этим добром будем разбираться. Интересный набор. Я впечатлен, честно говоря. Так, значит, попытался я почитать инструкцию, как всем этим пользоваться. Ну, думаю, разобрался. Ну, или почти разобрался. Итак, первое. Так, на всякий случай приготовил, да, пару тарелок. Ну, вообще, попытаюсь все съесть, так как это и предназначено в полевых условиях. Так, значит, первая инструкция. Вот этот вот наш пакет для разогрева надо вскрыть вот здесь. Обозначен стрелочкой. Ну и тут специально есть надрыв. После чего в него надо поместить вот этот пакет с основным нашим блюдом. И залить воды по вот эту вот линию. Do not overfill, ну не превышая ее. Все это, как вы видите, указано на этой инструкции. В принципе, по рисункам можно разобраться. То есть открываем пакет, помещаем в него вот это вот основное блюдо, потом доливаем воды и весь этот пакет засовываем вот в этот, как его назвать, не знаю, кожух какой-то картоновый. Это чтобы не обжечь руки, я так понял. Ну, после этого ждем, сколько нам надо времени, там, кто как любит. Сильно горячее, не сильно. Времени, в принципе, я тут не увидел. Так, ну что, давайте пробовать. Так, открываем вот это. Так. Открыл. Так. Да, в этот же пакет можно потом... Так, видим, там вот этот элемент нагревательный просто лежит с одной стороны. Так, где тут вверх, где низ? Угу. Засовываем. Засунули вроде до конца. Так, ага, картонку надо одеть в последнюю очередь, потому что мы будем, картонку надо одеть в последнюю очередь, потому что мы не будем видеть уровень воды, который надо налить. Так, ну ладно, пробуем. Так, чтобы вам было видно, поднимем его. Ой. Гляньте, перелил сколько воды, да, лишнее сольем. Так, вот, прям по уровень. Теперь одеваем вот это вот. И ставим куда-нибудь в сторонку, пускай здесь стоит. Так, следующее. Вот это вот мерный стакан, ну я так понял, его можно использовать, ну и как чашку, если чашки нет под рукой. Наверное, так и сделаем. Так. Так, если сейчас сделаю тихо, уже я слышу, пошла какая-то химическая реакция, что-то типа как карбид. Ну, тепла пока еще не чувствую. Так, ладно, давайте продолжим. Так, а чая тут нету, одно кофе есть. Ну, давайте, ладно, попробуем кофе. Открываю.
Высыпаем сюда кофе. Высыпаем туда же сахар. Вот один пакетик сахара. Так, надо время засечь. Вроде бы там рекомендуется все-таки 5-6 минут. Так, ну и в кофе доливаем воды. Так, я налил почти максимум. Тут, видите, есть зиплайн. Застежка. Закрыли. Так, наверное, много воздуха надо выпустить. Потому что сейчас вы видите. Так, оп. Его надо поместить в этот же пакет. Тут должно остаться место рядышком. Так, мне, наверное, мне не получится, потом достану основное блюдо. Так, ну я думаю, вам слышно, там идет какая-то реакция химическая, но уже чувствуется нагрев. Ай, даже да, честно, горячо. Вот тут я взял, руки можно обжечь. Так, ну давайте, пока оно все там разогревается. Откроем все остальное. Так. Где у нас тут был хлеб? Вот это вот. Знаете, даже мягкий. Пахнет приятно. Так, ложим сюда. Все, больше ничего не осталось. Так. Какой-то кейк. Ух ты. Так, что это? Do not eat. Не есть. Я так понимаю, это что-то, что лишнюю влагу забирает. Выкидываем. Так. Вы знаете, пахнет приятно свежим тортиком. Так, это выкидываем. Так. И давайте все-таки сделаем вот этот вот напиток лимонно-лаймовый. Пол чашечки чая, 12 унций. Но я буду использовать вот эту кружку, потому что она прозрачная. Я думаю, вам будет лучше видно. Вообще нет, гляньте, нашел именно вообще элитную колбу. Так, ну. Сколько это полунции? Не знаю, набираю полный. Так, ставим сюда. Да, давно я юпи не пил. Просто добавь воды. На 360 миллилитров, а тут у нас 300. Так, давайте, да, сделаем в этой. Потом перельем в этот стаканчик. Откроем ложку.
Так, послушайте, шипеть еще больше начал. Знаете, действительно горячий. Так, это готово. Так, ну я думаю, наше блюдо разогрелось. Его достанем. А туда поместим чай. Ой, то есть кофе. Ну прям запах карбида. У меня, как знаете, запах из детства. Посмотрите, аж пар идет. И помещаем сюда чай. Надеюсь, пакетик этот не расплавится, если я правильно инструкцию понял. Так, да, чувствую, пакетик тепленький. Теперь смотрите. Открываем ее не вот так вот, ну... Не вот так открываем, а вот так вот вдоль. У нас должна вот как бы вот получиться такая лодочка, можно так сказать. Так, интересно, получится открыть у меня аккуратно или нет. О, сразу пригодились эти салфетки, которые я туалетной бумагой назвал. Ну, это, я так понимаю, двойного назначения изделия. Так, ну я бы сказал, это такая типичная американская еда с бобами. Так, ну давайте пробую первую ложечку. Ну, есть можно. Гляньте, куски мяса такие достаточно большие. Так, ну чтобы вам было лучше видно, переложим все-таки это на тарелку. Так, напоминаю, это у нас меню номер 9. Не знаю, сколько их всего, но 12 есть точно. Так что можно взять себе цели и все их перепробовать. Так, ну что могу сказать? По-моему, по сравнению с украинским, меню, ну, наше украинское ничем не уступает. По вкусовым качествам. Ну, может, тут более дорогая вот эта вот шоколадка Skittles. Вернее, не шоколадка, а, короче, M&M'sы на эти. Так. Это у нас есть. Теперь давайте откроем, что это у нас. Где тут соус был? Кремер. For coffee. Так, это для кофе. Hot соус. Ага, горячий соус. Вот тут надо открыть. А, его надо сверху. Не думал. Так, перемешаем. Так, это у нас что? Чиз спред. Сырный. Сырный, не пойму. Это сладкая, наверное. Или арахисовая паста, что-то такое.
Так, давайте надо выдавлю это в сторонку. Вот так вот выглядит. Это как масло и расплавленный сыр. Ну, в общем, да. Так, осталась соль. Солить я ничего не буду. Так, давайте попробуем хлеб. Хлеб такой, аж вкус муки чувствуется. Но вкусный, мягкий. Немного напоминает вот печенье, когда вы едите печенье, знаете, и макаете в чай его. И так, чтобы оно не сильно размякло, только-только макнули и сразу едите. Вот такое оно. Так, не пробовал еще напиток, пробуем. Был у нас когда-то напиток, выпускала Биола, не помню как назывался, то ли Джамба, в общем как-то так, но именно тот вкус. Такой, знаете, дешевый, именно когда чувствуется прям вот эта вот химия. Короче, очень вредно, но иногда попить хочется, можно. Так, пробуем наш кейк. Вкусный. Знаете, есть такие денкейки, вот, вот это оно. Угу. Так. Чай пусть еще постоит, сейчас открою Skittles. Ну да, произведены где-то там в Америке. Ой, ну, в общем, понятно, где-то они лежали при пересылке, когда-то, видимо, была жара, они растаяли, вон все поприлипали. Я, наверное, Skittles, кстати, ни разу в жизни не пробовал, это первый раз. Ну, в общем, вот так вот они выглядят. Достаю чай. Почему-то кофе чаем называю. Так, ну давайте перелью в эту колбу. Пробую. Не знаю, каким оно должно быть, кофе не пью, но этот мне не понравился. Так, ладно, мы все открыли, все попробовали, и так делаем вывод. Это, конечно, не обед, это что-то типа завтрак и ужин. Если в украинском там на обед было и два блюда, скажем так, основное, и я уже не помню, каша, по-моему, и что-то типа супчика, то тут всего лишь одно основное блюдо. Но вкусные вот эти вот, так скажем, сладкий стол, очень вкусный. Плюс, вот, позанимался я химией. Когда я учился в школе, у нас никаких реактивов и близко не было. А тут прям ностальгия по этому, по карбиду. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, может есть какое-то меню поинтереснее, чем меню номер 9. Может 10, 11, 12 или 1. Обязательно попробуем. На этом все. Всем спасибо за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.